И рейндж атакер гораздо лучше, чем мид. Да, тут на пол, да подавано, что есть, что нет, похуй вообще. Он же Т4. Оба облачко на стой не пили. Не, это Дэнк вроде заряда. Он на стой не бьет, нахуй, сразу шмот ваш мой становится, ебать. Потому что я выпил на стой. Ну, облачко все равно. Да, выпил, наебал. Облачко пей, там, маг пей. Груда, а маг. Я выпил стол, я, блядь, заебись. Да. На мне есть сапрот, если что. Грудак проверю, блядь, будет разрол, блядь. Ну, сиськи проверь перед разролом. Идем без анролов, нахуй, так что это самое, блядь. Внимательно смотрим, сейчас лужи полетят, блядь, в лужах не стоим. Это самое главное, снобольдов под босса сразу. ДПС заебись вроде бы. Ну, это в вот. Принципе, да, что у него дохуя хп уже ушло. Маг, давай это самое. Получил урон. Что? Осторожно. Какой бурст хороший у мага. Хороший, хороший, но. Так, на мне снобольд, Катя, это самое, потей там, блядь. Там, угу. Давайте разъебали его быстро. Все переключились, маги, РДД тоже, нахуй, а то я сдохну сейчас. О, красавчики, блядь. Рядом уже была, блядь. Сука. Застанил, снобольд застанил меня, нахуй. Чё, мага БР? Да, да, БР. Или поднимете? БР, конечно. А, подожди, угу. Подожди. Да. Уже ладно, поздно. Ладно, ничего страшного. Вот, подавана. Сука, ёбаный. Вы молодец. Вы молодцы. А что происходит? Ну, сейчас добивайте, дореснем. Снобольда, снобольда. Снобольда быстрее надо убить, не босса, а снобольда. Кто там? Катя, треш, подавана, подавана, рез. Снобольд живой. Где в бое ПКД? Да тут бой, но... Да любой человек надо было рез, подавана. Ну чё, я хуй знаю. 5, 4, 3, 2, ну это зашквар ёбаный, когда люди умирают в лужах. Чё это? Это хуйня ебаная. Когда БР отдают просто так. Ну пошли, блядь, хули. Блять, ну убивать все, пиздец. Ну. Заебатый маг, бля, бурстит, охуенно. Заебат. Да маг-то ладно, почему так упал? Ну потому да, что один, когда хил. Да нет, смотри, когда один хил БРит, в меня сразу автоматически меньше хила входит, не? Я БРнула, я начала выбегать из огня, и что я успела-то накинуть одну ходку на него, и в этот момент... Да чё там одна ходка, там хилить надо было, там стаков уже много. Бля, какой босс-стан, куда ты тэпаешься? Ты же должен смотреть, блядь, что вы как рассказываете сказки? Затупил, скажи, затупил, тебя никто не будет хуесосить. Да ничего страшного, блядь, Новый год, нахуй, затупили, ничего страшного, блядь. Ты можешь, блядь... Прыгнуть, потом нажать глыбу нахуй и не умереть нахуй ни разу. Но я лучше буду спорить до Талова и говорить, что я ебать красава нахуй. Блять, я выпрыгиваю из-под босса, босс за, этот снобольд застанил нахуй и тут же лужа рядом нахуй бросилась. Это пиздец было, конечно. Поставь рыбку, пожалуйста. Я тебя не оскорбил ни разу, ничего тебе не сказал того, чего не было, а ты начинаешь сейчас оскорблять с кого-то хуя. Да все, забейте. Ты не можешь нажать, блядь, глыбу, а я долбоеб, да? Нихуя у тебя логика хорошая. Сейчас, может, лучше сыграете. Конечно можно, ебать, у меня же рыба. Обычную ставьте, вам бичуганскую. Нет, у меня обычная. Но у меня обычная, кстати, есть. Как же можно обычную ставить? Блядь, стаков ДПС 10 хватает. Может. Да, ДПС это и без рыбы хватает, конечно. В нашем гиле. Да, жизни не хватает, чтобы выжить. Это просто челики еще новогодний коньячок наебнули. Каску бафните. По кресту каску, пожалуйста. А какой барабан он просит? На каску, которая дает 8%. Все, дали, дали.
Не знаю, зачем кулак, эршами, блядь. Я инху даю, а не тебе. Ну дай на 10. На 10 Приступка. Потом кинь. Ага, спасибо. Запустил, короче, кинь на 10, блядь, шаму, кулак. Блядь, МП5. Получше будет. Слышишь, Коба? На 10 минут есть у тебя МП5? Он же объедят, ебать. А там же стоит, зачем ему МП5? А чё, они не стакаются? Нет, нет. Крест пала, просто дает чуть-чуть больше, но там такие камни. А чё, это набухаться сейчас легче стало, да, ещё? В смысле легче? Ну, раньше за 5 там. Ну и сейчас за 5. За 3 раза? Лужа в мелизоне. Выведи босса. Великий, не стойте в луже. Снова это хорошо. На ком снова это? На танке или что? На монке. Снобль, убейте. О, бля, как знал, зашел. Ну, не к добру я рядом с хилом стою, бля. Банку эту еще в полете видно, я не понимаю, как ее можно вообще поймать. Ну, не все в полет смотрят в этот. Ну так это, блядь, хуёво. Потому что ивака вышел... На стаке вот, там на нем жизнецвет, там вот это все. Сейчас потому что он может сдохнуть, я под снобль, да? Давай, Боба, дашь самый... Боб по нему, ну. Ману даю. Вот он бурст мага. Нахуя? Кому ты ее даешь, блядь, интересно? Всем. Фуловая у всех мана, блядь. Она, да, блядь. У меня не было, блядь. Сука, женек, блядь. Да, блядь, все равно нормально, она откатится. Ну, блядь, до следующего босса, да? Да. Аккуратно так делал. Когда я Геру успел слить, нахуй? А, все. Красавчик, маг. Маг, зайди. Киле. Разморозь, мили. Размораживай. Ну, сука, сдох. И лок еще, и ретрик там. И начинают таунтить ДПшки тебя. Одного убили, да, червя, по-моему? Угу. Он от дот сдох внизу. Сейчас принят. На рейнже стоим. Шлюха, полетели в клетке. Маг. Щитому магу. Захилили. Я щиток ему дал. Угу. Я там моменталку тоже кинул. Зависимо, когда в землю уходит, пытка все равно проходит, если я ну, кастю. Ладно, тебе удобно? А, плохо там шаман стоит. Это... Червяка добьем, лужи не будет. Под ордынским щитом будем стоять с Ревом. Вот в этой стороне, где звезду поставил. Поближе к боссу, но можно это чуть подальше от него, чтобы вас вертушкой босса не откидывало. Чтоб Коба до вас дал длань свободы по вам.
сука. Сука, пока летел, обратно прыгнул. Да смешно выглядит просто. Катя стояла, хрен пойми где, не доставала. А меня откинуло. Я еще раз объясняю. Вот сейчас отбегаем. Право-лево. Чтобы вас не откинула вертушка. Раз-два. Нужно стоять. Вот как я показываю, бля, сейчас на себя метку дам. Вот стою, так. Да. От Жень. Босса, от босса на таком расстоянии. Вас вертушка босса не откинет. И паладин до вас достанет фридом. Вот, все заебись. О, вообще заебись. Блять. Черепок смотрим, блять. Кент, ну ёбану, зачем ты в него побежал? Я не это по ступеньке бежал. Это, и это ты, он бежал на меня, и я видел, как ты в него бежал. О, мне дайте минус на этого босса. Кому? Ну, Владюхе. Почему? А я долбоёб, я яды забыл намазать. О, блядь. Оббегай. Я думаю, что за хуйня в ДБМе в этом, в рекаунте? А у меня ядов нету. Вот только что выбегал с черепка, нахуй, никаких проблем нету отбежать вообще. Я тоже отбежал спокойно. Там проблема не в том, что люди не выбегают, на которых бежит. Проблема в том, что люди выбегают, на которых он не бежит. И они не понимают, в чем. Так, кольцо, вот силовое роли. Вот это на ФДК кидает. Себе бери. Бывает кидает. А забил, у меня есть уже. Так еще одно будет. Бывает кидает, короче, и прям бывает камера, нахуй, не поворачивается у него, бывает. Вот прям вот так, короче, как-то в угол вот так тебя закидывает, вот так. И ты вот, блядь, не можешь повернуть. Бывает такая хуйня. Танки. На офспек. Я бы сейчас на ДК забрал эти запах. Запускайте. А они хорошие ДДК. Запускайте этого пидора. Побазарьте с мобом. Тут у нас диспелит маг. Уявите, ракета на 44к. Ну, смотри, маг дамажит 10к, нахуй. Он нормально, охуенно дамажит. Маг не дамажит 10к, ты же видел его ДПС 8000 в конце. Он на бурсте дает этот босс. Ну да. Да, когда рев вырезается. Просто здесь босс под него заточен. Он, когда он втыкает, больше роги дает все равно. Ну молодец, все равно хороший ДПС, я не спорю. Да. Вот у Владюхи ДПС слабый. Что-то из-за того, да что... я же говорю, я яды не намазал. Сейчас какой, дам. Какой у тебя спек там, ну-ка? У меня комбат. Да я говорю, без ядов ебашил. А у тебя Т4 есть? Не, нету. У меня одной не хватает. У меня три штуки. Ага. Это у тебя что? Штанов? Жень, а у тебя в Саргерае хуёвый, да, спек танка? Не, вообще там нет. Поэтому там шмот не хватает. Понятно, понятно. Тогда я балл стянул. У тебя же ДД-шка 233, куда меня взять? Штаны или грудак? Штаны или грудак не хватает, да? Ну да. Так что, Макс, будет все забирать или нужно диспелить? Мак, тебе это подиспелишь сам стаки ебаные с босса? 100к ДПС дашь? Так, ну значит сбивайте там или энх, или танк, как хотите сами. Каст, маг диспелит. Он просто спекнулся, да? На вулкан не зыбко будет, так что нормально все. Че не сбиваете, блять? Почему я сбил? Танк сбивает. Скиллой пока. Так, ну, Женек, можешь на себя щиток на всякий случай кидать, вдруг цепуха и понял. Портал бьем все. Охереть. Страшно что. Кобу рез. Кент бежит. Резать? Да, да. А кого ебанул? То ли это баба его ебанула, то ли еще нахуй. Пристабав лапку, обновите по нему каску, по себе сам. Обновил уже. Меня ебанул каст босса.
Ну, карс, да, там цепуха ебаная. Нет, не цепуха, а шар. Ну, шар. А он, который мгновенный, блядь. А, не сбили? Это он по танку его должен давать, а не по коде. Нет. Он случайную цель дает. Все, давайте это, спорить это, не будем. Это вот этот цепуха, вот этот молния скверный, который, да? Беги, малыш, я беги! А что толку не заливаете? Она сейчас косты начнет резать хилам. Толку заливайте все. Потому что сейчас вулкан будет, если сало будет по хилам на вулкане, мы вайпанемся. Незыбку ну, прожимай. Щитки, женек, раскидывай. И элементалей бьем после вулкана. Големов бьем. Монки огоните. Големов все заливаем. Монки, беги куда-нибудь. Или выжили, блядь. Тотем поставим. Ну, до второго вулкана, в принципе, должны. Но бабу убьем, наверное. Сейчас зайдем. Да. Женёк, ты чё там? Да я в кучке сидел, и там буквально миллисекунды что-то он прям пошёл. Но я успел. Портал убиваем. Может фул Джаракс? Давай фул Джараксуса. Ну если сало хилам даст, я думаю, добьете. Фул по боссу просто добиваем, там хули 100 тысяч осталось. Стаки с босса, конечно, можно забрать, чтобы не шотнуло кого-то. Бля, приз вагон 7к, пиздец. Вообще вагонище, блять. Ну вот ДПС, вот он. Ну, там, конечно, Макс так и пиздил. Ну да. Не. Тут, блядь, дает и дает ДПС. Нормально, для этого есть похода. Это по поводу то, что кого-то там убило кастом Джараксуса. Я не могу набрать агрессию, при этом, блядь, еще сбить кас нахуй у Джараксуса. Так что сбивайте, когда я подвожу. Кас сбивается в небе КД. Заморозкой разума. Да. Он не тратит... Он тебе не я тратит. Понимаю, но я не беру Джараксуса в фокус, я ничего не беру, я не могу видеть то, что у него там кас. Я иду, набираю. Я иду, набираю агрессию у бабы, чтобы она у вас не убила. Запоминание цели. Ну ты же раньше сбивал, не было же. Бабу. Ну, я всегда давал в нее ЛПшку, типа, и. Ну, две ЛПхи, и все, сидел дальше на Джараксусе. В этот раз он скастовал. Так, оба. Ну. Просто совет, что запоминание цели делай на босс, и у тебя в любом случае его каст увидишь. Нажимаешь таб, сбиваешь каст, дальше набираешь игрок. Так, кожаная хуйня с духом. Вообще, я тебе так скажу, ты топовый челик, ты должен выбрать босса, набрать на нем агро руниками, блять. Выходит баба, ты в нее даешь ЛПшку, в этот момент начинает босс кастовать. Нажимаешь таб, переключаешься на босса, даешь запуску разума, нажимаешь таб и бьешь агро на бабе, блядь. Вот и все. А никому не нужна эта кожаная хуйня с духом. Да? Ну тогда тебе это. Выкинь ее нахуй. В помойку. Уже поздно, ребят. Скорость, меткость, сила атаки. Владюха. Запускают, но все равно пиздец. Да, запускают. Сейчас поебемся. О, секс, нормально, мне нравится. Что, типа срыв был или что-то не понимаю, сейчас я посмотрю. Воскресенье 50 с 50, кстати, сделаем. Да не, это не шар был, блять, это молния скверный, чё вы. Просто, в кого она в первого попадает, тому больше урона. Там, видать, стаков было, стаков несколько, 3 там, может, там 8. Может, маг не успел просто их стакать. Может быть. Тут и все, блять. А по следующим целям она меньше дамага дает. Поэтому так было. А ты еще какой-нибудь раз на Frost DK пробовал? Так. У меня Саргерай раньше был. Босс на контроль. Так, кто у нас здесь? Шакал, это твой, Саргерай. Короче. Подаван. Твой тип, с ним возишься.
Шакул? Шакал, да. Блять, я думаю, Ршаму заливать в первую очередь. Нам проще всего будет. Звезду поставил. Кулипал. Я буду кидать жабу. А, так. Кто еще у нас там в жабу? Ромбика приста Энх в жабу будешь кидать. Потом Сириса. Лок. Лока после Ршамы будем бить. Лока контролит Кент. Фером. Так, еще сбитие коста надо. Энх. Энх. После того, как жабу кидаешь на Вилану, сбивай косты Локу. А потом и Вилане можешь сбивать тоже косты между делом. Так, ну от Женька там этот самый. Катя, тебе ветерки надо будет дать на... Давай на Лока дашь. На Сирису крестик. Первым будем звезду бить. Грип не бреет и будем. Так, Шокол будет в оковах. Кто там еще у нас? И сова. Блять, сову надо чем-то заткнуть. Сове, короче, ну рога там стан какой-нибудь пропишешь. А вы откуда начинать будете? Вот отсюда с ворот. Кстати, два гриппа есть. Побежи. Вот иди сюда. Сейчас я звездочку поставлю. Так, саму черепок его бомбить. Вот сюда, отсюда начинаем. Подаван, вот отсюда побежишь, грипнешь Самула, а этот Саргера еще дальше его сюда грипнет. И ты уже пойдешь оковы на своего пидора кидать. Все, проверка и начинаем. Так, сейчас я тотемы ебаные поменяю на заземление, на всю эту хуйню. На три. Так, черепок сначала. Все, да? На счет три побежишь грипать. Раз, два, три. Убежал, гриппаешь и второй грипп. Все. Зергаем этого пидора. Дал блайнд по сове. Вот следующий. Следующий крестик. Да, маг, постой, выбит он немножко. На мага хоток накидываем. Женек, щиток кинь на мага. Как ПВП играем, нахуй? Крестик убьете, скажите, потому что не вижу, кроме хилбота не хуяш. Для фидера, блядь. Я не могу все косты бить, помогайте сбивать. Давайте, давайте, быстрее Лока, собака заебала. Вот. Оглашение снимите. Так, вот следующий ромбик. Катя, соло хили. Женек щитками помогает. Страх, пожалуйста. Угу. Всю дорогу в страхе пробегал. Угу. Все, фиряем там в овцу кого-нибудь приключаем. Катю не проеби, Женек, щиток по ней. Коба, на меня приз пиздит. Все, вы без хила остались. Женек хилишь. Монки в тебя бьют. Энх подхиливай, Коба подхиливай. Флешками людей. Ромбик добьете, потом будете ее сову бить. Сало, сука. Сало. Фир. Щиток на себя маг кидай. Давай, ебану. Сейчас тучка пройдет. Все, разъебали. Кого следующим? Сову, черепок. Остальных контроль пидоров. Бардиспельте? Вара, блин, у него фридом. Все, оковы, бегаем от вара. От вара, от квадрата бежим. Следующий собью. От квадрата бежим. Следующий собью тоже. Владюха, беги, Владюха, беги. Беги, блять, Владюха, беги, ваниш. Я инвиз. Все, черепок бьем. Следующий сбейте кто-нибудь каст. Собью, давай. Энх, себя захиль, флешку по энху, щиток по энху, крестовский. Кто-нибудь сбейте, кипяхи.
Монки, он, беги. Он следующий, раз, собью следующий. Монки, беги, беги. Следующий сбейте кого-нибудь? Я собью. Монки не трус, Монки дерется до конца. Стараюсь следующий сбить. Это, Вилану в это, в жабу преврати. Сбейте кого-нибудь еще, как стоит? Да, блядь. Я собью. Еще один сбивайте. Владюха, кого? Беги. Щиток бьем. Владюха, Вара бейте. Я дал дизар, дизаром дал ему. Кого бьем? Вара бейте. Все по Вару, только Владюха беги. Ускользание там. Да возможно. Я ускользание нажал, пока что бью. Я смотри, попала по контролю. Побиваю костя. Все, побежал. Все, 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 бегу, бегу, бегу. Хила бегу. Нету, хила нету, спасать вас некому. Только щитки и это. Коба захиливает ретрик. Вон цепуху кастую. Мана у тебя дохуя, так что кастую. И малой волной кастую тоже. Да Коба самого бьют сейчас. Все, Вилану осталось, убить это хил. Сбейте следующий каст. Я собью. Следующий собью. Хорошо. Собью следующий. Собью после этого. Собью после Владюки. Собью после того, как собью ты, когда собью. Следующий. Моя очередь. Нет, я сбиваю. Собью на следующем кадре. В итоге никто не сбил. И дал нахуй. В 0-1 дисплейл. Пабл нахуй. Просто лучший. Ебать, еще и хилил, пиздец. В ОП нахуй. Топ. Бля, ну ты ладно нахилишь, так. Сука, опять ничего не упало. Что за говно, бля? Что там упало? Да шляпа ебаная. Ну, смотри, блядь, ни на ДЦ, ни на пристань, ничего вообще, блядь. Сфера. Зря пыхтел. Сферу ролим. Так, 92. Смотри, Коба, нихуя с ним ебашит, да, блядь? Тру сферу подряд. Да, это компенсация, заплачи просто. Ну да, все правильно, блядь. Я такую хуйню, по-моему, брал уже на эхо, да? Катюха, кисти еще забирай. О, от души. Бать, кто там сморкается? Ну? Ой, блядь, что я тут нахуй на макрос нажал? Оба, ты носить будешь, что ли? А вот тебе перчатки. Я беру чисто, если там капы нужно будет подбить. Подаван, иди в жопу давай, своей да, агилой. Да подаван, ну иди на. Дай сюда их. Иди в жопу, подаван. Так, блин, это могла бы быть моя шмотка. Увы, твой косяк. Это типа эквивалент перчаток с груля. С каражана, да-да-да. Угу. Так, надо, чтобы кто-то эти. Берите белые, встаем я возле черных. Вот смотрите, в танкошмоте частично положим. Давай. Пизда, ща монки начнет рвать, блять. Давай, ты половишь. Ты половишь. А можно бафы, пожалуйста? Монки, давай ты воздержишься от урона. Блять, нет, тринити охуевшая. Короче, ты вот полукругом примерно вот от кружка до ромбика. Лови, а танк с той стороны нас будет защищать, также с ковочкой. И с той стороны, когда там перебежим, также. Приста баф, пожалуйста. Бафы там ебаните. Да, почти я в танке почти. Так, Катя, ну ты нас Аргирая там, это хоточки, жизни цвета держи. Угу. Женек, щиток нас Аргирая там будешь кидать. Если будет каст воронки, скажешь, я в тебя хилку кину тоже. За него 62 кхп, может, а, не у него. Так, подавай. Проверка и начинаем. Все готовы, пуляй. Тут припоты не бьются. Даем агро набрать. Рога напуливает. Ебать, он темный. Блять, я не ту бил, с привычки. Сука, женёк, блять. Дай им будешь все время с черной начинать. Да пох.
черную берем, переключаемся в другую, бьем ее. Щиток сбиваем. Быстрее, быстрее бьем. Сбиваем. Перебегаем. Побежали. Встаем здесь аналогично. Также все бьем, ничего не меняем. Так. Захилили нормально. А маг на второй готовится сорвать ее. Маг, не готовься. Оба, да, ему второй. О, все, там теперь лог. Лог, осторожно. Все, нормально, решил проблему, да? Так, смотрим, способность секунда, смотрим, что будет. Берем белую быстро, быстро белую берем. Будет воронка. Моменталку сдал. Нормально зажили. Все, просто добиваем. Можно и так. Лестница, блядь. Что там выпало? Блядь, опять грудь не выпала, ну что за хуйня? Нихуя, на 4 дамажит у мага. Чисто, блядь, 37. Тролльте, блядь, сферу. Да, блядь, что за говно, блядь? Монки, ты на Легионе, блядь. А, Сергей Райан. Ты понял, да? Где-то как сролишь. Как будто видно, если мы на Анубе не вайпнемся, просто мы вайпнулись на ебаных зверях. Оффхенд ебаный. Да хуй мы вайпнем. Это нормально. Так, что там со второй, блядь, выпало? Меч и чертеж на кузнечку. Так, чертеж. Четыре черненьких, еще мазеньких. Чертенка чертили черными чернилами чертеж. Слишком много ре в одном предложении. Ре. Угу. Лезвие. Не надо. Слишком много рей, это в другом этаже. Не надо, если что. А я на трансмог. Нихуя ты, рожа. Ну вы включите хотя бы стрим посмотреть на ваши 45 из 50. Там 49 из 50. Люди из лучшего бежать не могут. Как вчера в ВВК-25. Ну я поэтому говорю, что 45 из 50. Это новогодний рейд, блядь. Тут все бывает. Чудеса случаются, блядь. Вдруг нам сейчас плащи выпадут 49 попытками, нахуй. Ага, блядь. Давайте ГМу напишем, нахуй, чё за хуйня, блядь, баг какой-то произошел, скажем. Давай в чат, волчат, напишем, ГМ тут. Давай угарнем, нахуй, ГМ тут. У нас баг случился. Да, если чё, мы убили, и у нас 49 попыток, а плащей нету. Блять, количество сообщений в этом канале ограничено, пиздец. Подаван, Катя и Коба свои плащи просрали. А у меня есть плащ. А, ну тогда и хрен с тобой. И у танка тоже есть плащ. Ты не так живешь. Мне ДКшник пишет ГЦ, получается, блять. Я самое главное не написал. Подари нам, пожалуйста, плащи. Когда пуляли ануба, было 50 из 50. Локал, смотри, что добавили. 49.
Так, что в ПМ пишут челики? Чел, скажу по секрету, админы только на форуме. Сука. Слишком дорого богатым. Она богатым разговаривает. Спасибо, пацаны. Специально так коряво написал. Да ты уже не админом пиши, ты уже Дедушке Морозу напиши. Я думал, это одно и то же, блядь. Так, ладно. Боб у нас один, блядь, закупка. Пиздец, ВК в холостую, ноль вещей. Так, по жукам. Локал чекнул? Женёк. Я прочитал, иду. Ты оковы умеешь кидать? Алло. Сколько нежити называется? Я могу ебалом торговать. Женёк. Чё? Ты оковы умеешь кидать? Оковы? Это на ДК оковы. Сука. Шакал, блядь. Сковывание нежити. Дальний моб твой, ближний к подавану его моб. Не проебись. Дальний... Мой дальний? Дальний, да. Вот линию хорошо, прямую проводишь. Рыбу, там рыбу жарили, я ничего не чувствую. Всё. Это. Дашь оковы. Значит, того, которого подаван берет, сразу убиваем, блядь. Потом этого освобождаем и бьем. Все бьем сильно и босса, и мобов. Вот. Посмотрим, сколько по процентам будет, сколько переходов будет у нас. Разбафать этих, кто умирал? Кто умирал? Все готовы, пул будет по отсчету, чтобы приботы выйдут. Подаван из первой пачки за шахтельного притяну. Угу, понял. Так, все, на счет 3 будем пулять, готовимся. Раз, там срезка висит. Раз, два, три. Погнали. Интересно, кто у нас сферу сбивает? Похуй. Сбейте сферу, я сейчас боссом человек. Сферу над боссом летает. Алло. Жука бьем. Жука быстрее. Пизда, он закопался, ну, блядь. Ебанулись, что ли, или что, блядь? Ну ты не поставил человека, конечно, никто не убьет. Сфера, нахуй, 20 секунд с пула прошло, нахуй, сферу нельзя было разбить. Хули вы, блядь, бейте вот этого жука в шаклах, нахуй. Все в жука переключились, или мы вайпанемся сейчас просто. Не босса, а жука. Если два жука, не зыбку отдашь. Жуков все играем. Еще жуки вышли. Следующего жука готовимся. В шаклы кидай. Где шаклы? Ой, блядь. Босса уводить не будем? Вот встанешь? Нет, вставалки нет. Бейте жука. Ну давай. Вставай. Бьёшь. Второго жука бьем. Готовимся бежать. Будет этот? Будет, нет? Нет. Да. Если что, слушай, там тучки тоже можно время повернуть. В центре стоим, жуков бьем, с хилов снимаем. Все по жукам по маленьким играют. Бог, метка, будет, нет. Метка, беги. Мак. Блин, конешься там на глыбу. Готовимся еще бежать. Катя, захватывай там всех. Стака под скоробеев до хуища. У скоробеев 20 тысяч хп, вы их бейте быстрее, блин. Все, босс. 49. Че, где сфера хоть одна? Сферу разбейте. Жука убейте, блин. Милики нахуй. Коба, есть стан? Вон сферы, ее тянуть надо. Ну не сейчас. Куда они прикольно? Веди босса под сферу просто и все. Вот она сфера. Жука освобождайте, бейте. ДДшники сбивайте уже в любой части, мне похуй как бы.
Почему я на милике должен бегать, бежать? Все жука, переключайтесь, моба бьем. Копается, да? Не успеем перевести. Жука бьем под боссом. Под боссом бьем, в шаклах стоит. Что, переведется босс? Да, переведется. Бьем жука. Продолжаем бить жука. Из шаклов жука забирай, бьем его тоже. Женек, бьем на ману. На ману? Да. ХП! И тоже. Я по контролям нихуя не слушал, когда я там сдаю. Женек там щитки кидай там на себя. Следующих жуков контролем и добиваем босса. Я справа возьму. Маг, глыбу прожми. Блять. Глыбу прожми, сними с себя метку. Нету глыбы, что ли? Плащ теней, КД, видать, был. Да, ну, еще 30 секунд КД, 49. Ну, в принципе, можете добить, но надо подавано как-то захилить. Я не захилю соловой. Все, теперь еще раз так же, только без хуеты с пула. 20 секунд у вас пула сферу сбить было. Ты просто бы назначил кого-нибудь. Так назначь человека этот. Блять, а любой может поднять камеру, сбить этот маг, нахуй, кто сейчас там? Ты сказал, ты сейчас это сказал, сейчас начнут все сферы сбивать. Нахуя просто все сферы? Сказано сбить одну сферу. Кто сказал все сферы? Вы что, блядь, подумали? Так, маг, давай, если ты сможешь, будешь сбивать одну сферу, пожалуйста. Сможешь же? Все, договорились, спасибо. Надо сбить одну сферу. Никто не говорил сбивать все сферы. Не надо выдумывать хуйню никакую. Нет, он имел в виду, что все начнут сейчас сбивать, именно игроки. И получится так, что допустим. Понятно, все, блять. Что начнут они сбивать? Во всей комнате сферы? Мы стоим, над боссом шарик летает. Сказали сбить сферу. Моли моси, нахуй. Подходите сюда. Нихуя, у кого-то 31 слюдолик продает, смотрите. О, я пинтифу уже подходил. Мажор. Мажор. И еще, подаван. Когда жуки подходят, у тебя рейндж ЛПшки 20 метров. Если вкачанная там, то еще больше. Не вкачанная. 20 метров рейндж ЛПшки. Нажимай на жуков в рейндже ЛПшки, когда они становятся ЛПшку, блять. Я нажимаю. Меня не надо учить, я знаю, что это. У притяжки что и как. У притяжки 30 метров. Так что жуки, которые идут, желательно, блять, забрать. Так я забираю, в чем ко мне какие предъявы? Да сейчас два жука шло, блять, и. Так я заморожен стоял. Ты не знаешь механики боссов, что ли? Ну пиздец. Слава, блин. Слава, что с тобой? Новый год уже начался? Да нет еще. Че вы не поели? Я рыбу, блядь, для кого ставлю? Хуй знает. Я ем. Подаван всегда ее не видит. Сейчас проверка и пуляем. Коба. Все, на счет три. Раз. Два, три. Ну, это же не сложно было, да? Все, давай закроем тему будет. Вот, жук ближайший. Нахуя ты, сука, женек, ты. Я не знаю, что тебе сказать, блядь. Ты понимаешь, дальняя и ближняя, блядь. О, какая разница? Большая, блять, он идет дольше до нас. Нам надо его убивать быстрее, ближнего. Жука бьем. После жука босса. Ну все уже там клево.
Вот, ближайший жук его бьет под авансис. Набирает агро на нем там. Все, сливаем его. Освобождая атаков этого. Бьем босса пока что. Я сильно не могу притянуть. Босса бьем. Все, теперь жука бьем. Готовимся бежать. Уже далеко туда бежим, сферу у паутины сбиваем. У паутины сбиваем сферу. Ух, ебать, сорян. Может, я наступил. Скоробеи в центре будут, их надо убивать быстро. Помоги, помоги, Жень! Я бью. Шесть танков ты должен был стоять до конца, я же специально с тобой шел. А ты что мне, я ж не слышал, что мне боб дадут. Я бы ты не прожимал бы. Помогите, тут монки умирают. Вставалка есть? Есть. Опять эта хуйня на мне. Воды, нет, воды. Облачко. О, все. Боб, кстати, потратили уже? Да. Ну все, сейчас пару луж. Скрабей проебали быстрее. Его, не потратили. Ну все, тихо. Все, секунда, вылазит босс. Скоробеев бьем, вот этих двоих. Иди сюда, под эту лужу. Сильно в босса играем. Скоробея добейте. Ближайшего жука бьем. Одного в шаклы. Блять, я за шаклы, но он прям рядом. Ничего, не нормально. Бей. Там не зауешь. Жука быстрее морковь сливаем. Давайте милики сильно по жуку. Второго освобождай. Жука и босса. Все, теперь и босса. Так же, как и тот раз сделали, будем делать. Жуков и одного. Сейчас босса просто переводим. Одного в шаклы, ближайшего будем бить. Просто переводим босса сейчас. Там Гера есть, если что. Да, Геру как жуков убьем. Ближайшего жука бьем, в шаклы кидаю одного. Вот этого жука бьем. В жука переключились, все. Как жука добьем, там Геру. Метки на фул. Притягиваю второго. Ставим прожимайте защитный. Кто дальше контролит? Дальше контролите шаклы и этот изгнание. Кто дальше? Ну, этот прист шаклы и изгнание кидаешь одного. Массами справиться не бить рядом. Бля, у нас куда залить. Босса, блядь. Все там лям осталось. Бабл, если есть, можешь дать. Блять, не успеем. А, вроде успевает. Почти достал. Бля, они только отцепились в руки. Ну, щит неплохой. Чё за щит? Ой, бай, упало. Сейчас, короче, два рецепта. Это живничество. Да чё за ролл, сука, ебал? Чё у вас с ДПСом? Где ДПС? Так, подаван. Ну кто, профы есть у кого? А, у меня нет, тогда подаван, давай. Это чё? Я, блядь, это... Это кожевать. А, да, кожа я есть. Я хуяклил, хуяклил. Чё ДПС? У вас ДПСа нету. Где ДПС, я спрашиваю. 59. Вот, не забудь про ящик. Я честно старался. Да нормальный ДПС, вон, 3 топа. Да я шаклю, какой в пизду ДПС? Монки. Ну ты же на легионе. О, лук. Лук, это мне? Ты же на легионе, может не надо тебе. Так, давай. Бля, десятки падают трофеи, оказывается. В следующий раз не пойдешь. Да, с 25-ки падают эти. Нихуя, я выиграл сферу, что ли? Дай мне лук.
Да подождите с луком, я тут в босса смотрю. Пока не пропал. Да не попадет. А он 5 минут, по-моему, стоит. Щиток. Ну все же, ты следи за ним. Коба. Протоспек собирает там с блоком, да? Трубящая. О, так это же этому надо подавать. Монки ГЦ. Ты же на Легионе, может тебе не надо? Посмотрите сами. Да он вроде как вернулся к нам. Меткость крит, грудак. Ну, на ФБ мага заебись. А тебе тоже не лучше ролл, Жень. Это же хуйня полная, Жень. Да, я. Там кожу снимайте, сануба. Так, трофей. О, сразу скажу, это мне трофей надо один. Надо кому-то еще трофей. Давай. 4. На продажу могу забрать. Не, вот, не на продажу, надо, чтобы носить. Ты носить будешь, Владюха? Нет, 50 голды, у меня голды вообще ноль. Тогда я возьму, мне надо это взять кусок один. А я тоже дам на голды, мне похуй. Так, ты вы на продажу? Да, давай, тут все втроем до продажи. Конечно, тут каждому по одному пойдет нормально. Во, как раз распределились. Ну? У меня 88 голды, позорище. 612. Да я это ебучие БК фласки покупал, потому что... Так, ну я одну взял, я потому что купить хочу кусок. Хотя, может, и второй кусок купить. О, может быть, сферу продам хотя бы. Дайте кто-то трофей один еще, второй, может, кусок тоже куплю тогда. Давай, Марин, давай, сейчас я себе сферу сролю, я тебе отдам трофей. Я сейчас у Челика 55 сердолей куплю. Ебать ты. Нихуя мажор. Так, дай мне парочку. Может, мы с тобой договоримся? О, мой лук. Я на целка контент. Лук это хороший, кстати, купил. Тут и пробивание, и меткость. Да-да-да, это на рогу заебись. Почем купил? Ну все, всем упал лут, кроме ебана. Войт, на, держи. Угу, тебе же, спасибо, да? Да. А, не за что, держи. Это 9 возьмем. Да, всем спасибо. Всем спасибо, все красавчики. С Новым годом. Классен, всем спасибо, да, кто пошел сегодня, повайпался. У нас, в смысле, на 50 из 50 получится. Да, о, шерп охуеет, шерп не завидовать будет этому луку, пизда. Луж будешь выбегать, как бы хуй знает.